Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Американские горко-аттракционы, развлекательные парки в Майнкрафте». Да. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, эта серия выходит только благодаря вам, потому что вы поставили много лайков, да-да. Да-да-да-да-да, поэтому, ребята, все, каждую серию мы выпускаем только ради вас и только благодаря вам, поэтому ставьте огромный палец вверх, прямо сейчас поставили, и будет еще одна новая серия, обещаем. Это да. Ну шо, мистер Евгений. Да. Да, мы сегодня в Гравити Фолз. Да твою мать! Всю интригу испортил! Я хотел тебя попросить, мистер Евгений, расскажите, пожалуйста, где мы сегодня находимся? Подожди, давай, срезка, давай еще раз. Заново. Крылок бич, так, это, да? Раз, два, три, а то начало записи, поехали. Мистер Евгений, в общем, я хотел бы вас так торжественно попросить сказать всем нашим подписчикам, где же мы сегодня находимся. Ой, слушай, это очень неожиданно для тебя будет. И знаешь почему? Потому что мы сегодня находимся в Гравити Фолсе. Да ладно! В Гравити Фолсе! Ребят, это Это все не так просто, понимаешь? В этом Гравити Фолсе еще кататься на американских горках будет. И да все в срак! У меня такие эмоции, Жека, ты себе даже не представляешь. Может, уже серию закончим, уже нормально, ладно. Давай, ты мне скажи, кто он будет, на какой горке я буду первый кататься. А, ну давай, пошли на твою, как обычно. Пошли. Хорошо, давай, сейчас прописываю килл, значит, да, у нас вылетает Майнкрафт. Да. Вылетает? Ты меня не пугай. Так, смотри, короче, горка у меня такая, вот видишь, начинается вот в такой вот заднице. Садись. А, я уже типа могу ехать, да, типа брам! Хорошо! Да, первый заезд такой, типа, знаешь, легенький, без шейдеров, а потом будет... А потом, да! А потом будет... Так, я с тобой. Жека, давай. На мостике, понимаешь, прям по мостику едем. А тут неожиданно наверх, направо. Мы сейчас к динозаврам едем, ты понимаешь, динозавром. Динозавр, ни хрена, я даже забыл, что динозавры едут. Так, а сейчас мы едем в дом, как ее там зовут? Вот этой самой, вот Белатриса, короче, будет. Белатриса она у нас будет называться. Кто знает, напишите в комментарии. Да. Блин, я вылетел с головы, ну ладно. Окей, короче, мы спускаемся вниз. Сам городок. А почему никого нету, пустые улицы? А все потому что я всех выгнал. Специально для нас, чтобы мы прокатились, да, с тобой? Водичка. Булькать не будем. Это плохо, это неплохо. Да. Так, буль. Просто. Ой-ой-ой-ой-ой, вверх ногами! Как это петля смерти? Смертельная петля! Как это называется? Я забыл. Мертвая петля. Смертельная! Новое название. Ну все пропустил, ну ладно. Смысл, поднимаемся на самую... Там ты гондон. Вы поднимаетесь на самую высокую точку Гравити Фолз. И я не вот этот вот самый. Ты меня... Дом... Я там дом, Гидеон! Ой, Эдис, стой! Ты же врезался! Ты смотри, где мы, все сейчас, короче, тут портал и... Портал придет! В Рик и Морти. Не надо, Рик и Морти будет следующая серия, если наберем лайки. А, ну это да, кстати. Так, хорошо. Конечно. Спойлер, это вырежем опять, поэтому все нормально, да, хорошо. Да, а, в общем, Евгений. О боже, это мы что, мы в доме Минотавра? Дом Минотавра, медведя, хрен его знает, кто это такой на самом деле. Мне кажется, все-таки Минотавр. Минотавр, да, более такой Минотавр. Му такой, му. Тебе просто озвучивать бы мультик такой, му. Так, хорошо. Так, подожди, я первый поеду, я тут... Экскурсию делаю. Опа! Затроллен! Так, давай еще раз садись. Давай. Нормальный человек. Да шо, давай ты разговариваешь, поехали давай! Да, куда?
Давай! Так, у нас такая, тут легенькая такая прогулочка. Начало, мы едем, смотрим на Gravity Falls. Вроде красивое местечко. Красивое местечко, ничего не творится. Водопадик, красивенький. Сейчас заезжаем в домик такой. Фиолетовый. Хрен его знает, я не разбирался. Пустой дом, вообще там ничего нету, даже этажей нету, видишь? А вот сейчас! А что? Всё, сейчас начинается кобздец! Так, сейчас заезжаем наверх. Никаких, надеюсь, этих гидеонов не будет, да? Гидеонов не будет. Мы в рай отправляемся, в рай. Я понял. Так, я ещё молод, Эдис. Я ещё молод. Ты ещё молод. Ты умирать не будешь. Ну, слезай, хорошо, слезай. Нет, не надо! Я пошутил, не надо. Ой, омагат, омагат! Это что за летающая тарелка? Я не знаю, случайно приземлилась, пока я строил ее тут небо. Так, дом Белатрисы. Так, сейчас, смертельная движуха у нас, да. Одна мертвая петля, еще одна смертельная движуха. Сейчас, лес, комары, уйди, уйди. Шатер Гадона, да, вот это все. Так, справляемся непонятно куда, по улицам, транспорт, движение, пип. Подожди, не надо. Дровосек, лесоруб, отправляйся на мертвая смертельная движуха. Сюда. Так, подожди. Успокойся, водичка, надо охладиться, охлаждаемся. Идеальное окончание, неожиданно. Я прям не ожидал такого поворота событий. Ты что, меня утопить захотел, да? Немного, да, так, чуть-чуть совсем. Так, а теперь, так, я еще щелкаю пальцем, у нас, короче, включается хардкор. Давай. Так, что-то явно поменялось, мне кажется. С этой стороны немного... Ой, мне кажется, лучше туда не выходить! Лучше туда не выходить! Мне тут даже очень нравится, вот. Я, честно, хочу сказать, что я вижу... Что-то я точно вижу. Грибы! Грибы видишь? Где грибы? Ну, покажи мне грибы. Вот там, где под деревом были, понимаешь? Да, ты их случайно не подсунул к нам, не знаю, в какую-нибудь... Вагонетку. Вагонетку, слушай. Нет, мне кажется, все нормально. Ну ладно, хорошо, раз не подсунул, тогда, в принципе, ничего страшного, телепортируйся ко мне, мы поедем с тобой. Ты умер или мне показалось? Нет, смысл хорошо. Хорошо, отправляемся к тебе. Присаживайся. Да ты что ты делаешь? А я думал, там уже кто-то сидел. Гидеон тот самый, да. Я готов! Давай! Уже немного... Ой, так, это мы к динозаврам, не? Или да? Да, это мы сейчас к динозаврам. Динозаврам отправляемся. По-любому к динозаврам, да. Хорошо. Так, сейчас... Опа! А мы их увидим! Видел! Тирекс стоял! Что там? Тирекс стоял! Ты его не видел? Белатриса, мадмуазель! Нет, еще не там. Не, мы уже проехали. А, мы уже проехали? Да, незаметно, да, как-то время пролетело. Да, вообще. Хорошо провели время с Белатрисой. Почему Белатриса? Хорошо. Я не знаю почему. Потому что она белая. А, кстати, какой умный, видишь? Вот. Белатриса. А я думал, ты поэтому не сказал. Да, поэтому так и... Ты меня раскусил. Так, водичка сейчас нужна на самом деле, подожди. Да, водичка нужна, но правда я на своей карте не делал буль-буль. А, и так нормально, там брызги такие в личико, в лицо такие, понимаешь? Это да. Это нормально. Так. Пол немножко танцует. Кривляется, да. Кривляется перед нами, передразнивает, смотри. Да, говнюк вообще, да? Вообще кобзец. Мы опять проехали дом... А, ну хорошо, что вот это самое. Так, подожди. Что происходит? Куда мы отправляемся, у меня такой вопрос. Мы направляемся в портал, Портал. Параллельные измерения, да? Непонятно, я тут рада. Вот такие вот дела. А, хорошо, а сейчас я предлагаю по щелчку пальца. Ты шо, пугаешь всех, кто тут находится? Не пугай нас! Щелчок пальца, нужно еще щелк пальцев! Телепортируй! Ты что, дурак? Я ж пошутил. Какие телепортируй? Я ж пошутил, успокойся. Щелчок пальца, давай. Да, я уже плечо просто. Ой, что ты плечо, подожди.
Опа! И мы опять вернулись. У меня большие проблемы. Большие проблемы? Ты где? Вытащи меня. Куда ты? Я упал там вниз, а ты меня не спас. Телепортируйся. А что, мы сейчас будем снова сразу с другими, да, шейдерами? Сразу с другими? Ты смотри, какой страхопудина. Или снова с теми же? Это уже другие. Не, я понимаю, ну типа мы на твоей-то карте не прокатились с теми. Да, ну вот, это же моя карта. А, не, сейчас с другими, да зачем по 100 раз? Давай, погнали! Ну, в принципе, я согласен. Подожди, дай мне... О, спасибо. Опа, поехали! Мы уже едем, Жека, да... Ай! Какой поворот резкий был! Так, счет у меня что-то не прогружает, я тоже пока ничего не... Я еще вообще ничего не понимаю, мы вообще едем? Что-то впереди меняется, мне кажется, такое чувство, что мы стоим на месте. Понятно, да. Я вижу домик, мы приближаемся к домику. Шарик под ногами, да, подожди. Вроде едешь как будто на крыше, да, домик, а потом что-то... Потом что-то непонятное. Но меня еще меня шатает в как-то резко меня Куда я запихнул? В рай. А в рай, подожди. А! Поехали. Отправляемся в рай. А я уже почти наверху, понимаешь? А ты уже почти наверху. Подожди, а куда? Где? Что? Зачем? А вниз сейчас, подожди. Да, а мы уже вниз едем? Нет, я тоже пока не соображаю, на самом деле. Где мы? Мы вроде вниз. А, нет, вниз. А, вот сейчас вниз! Вот подожди, где я? Вот сейчас, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тарелка летает еще! Беатрис, открывай дверь, мы приехали! Мне кажется, фанаты Gravity Falls, значит, просто загрызут, что мы... Да мы шутим, ребята, мы шутим. Как её зовут? Ребята... Мне это мучает. Мы это смотрели, когда мы это смотрели? Полтора года, два года назад. Нет, полтора. Год. Да, поэтому... я еще раньше смотрел. Ну, Жека еще раньше смотрел. Да, поэтому как бы вылетело из головы. Напишите в комментариях. Да. Да, это очень важно, что я сейчас тебе бошку сломаю. Не надо. Ты так сейчас сломаешь, да, я. Ой! Ай, дровосек, здрасте, Степан! Не захлебнись! Эдисон, где я? Где ты? Эдисон, у меня проблемы, я. Я тебя потерял! Я тут немножко вот где-то. Где ты? Так, я тебя не вижу. Ты вот в лаву запихнись. Да не хочу, я иду к этому, к домику нашему. К какому ты домику идешь? К домику его. Как ты его тут собрался найти? Вот, я его уже вижу, ты что? А, да. Вот. С этими шейдерами так все как-то сложно. Стефан и Иван. Не, это Димас и Стефан, да. И где-то там наш вот этот самый, вот Гидеон, да, вот тот самый. Гандион гуляет, в общем. Я предлагаю на этом закончить эту нашу дружную веселенькую серию. Если мы наберем по 15 тысяч лайков, то обещаю, что сразу же выйдет следующее, да. Да, еще я хочу сказать, что лайк, если хоть раз слышал о Gravity Falls. И смотрел компьютер и какой-то мультик вообще. Да. И вообще, если сейчас вы это слушаете, то тоже. Если тебя мамка родила, ставь лайк. Спасибо всем за... Подожди. Лайк и найдешь косарь еще. Это вот косарь? Да, косарь. Лайк, ердак будет метровый. Ну, это только для пацанов. А для девушек. Лайка у вас никогда не будет. Все, это лишние разговоры. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.